не перепутали, это не хоккейная «Динамо», мы все еще о футболе, но сегодня вернулись на Минск-арену, чтобы возобновить наши легендарные тренировки на льду. Попробуем узнать у парней, как им, в принципе, такие тренировки, что они думают о хоккее, ну и как у них начинается подготовительный сезон. Саша, ты на льду кто? Нападающий, защитник или ты вратарь? Я везде, и в атаке, и в обороне. Какой счет? 3-2, пока проигрываем. Еще? Что будешь делать во втором периоде? Во втором периоде буду стараться выигрывать. Как тебе команда твоя? Очень потенциальная, особенно Алексей Гаврилович. Хочет, правда, как овечки, но пока еще рановато. Но пока как Гаврилович. Да, пока только Гаврилович. Кто выделяется на льду? Андрюха Гаврилович. А ты? Я нет. Ты не выделяешься? Нет. А кто лучше вратарь, у вас или у... Федя жульничает, ложится на ворота, но... А так нельзя? Ну, нельзя, конечно, куда. Так оба вратаря молодцы. Ты знаешь, что в хоккее есть вне игры, кстати? Конечно. Ну, мы без этих правил пока играем. А, вы просто? Да, просто пока. Дайте нам фотографию Никиты Демченко, которую вы сделали. Фотографию сейчас покажу, очень такая интересная. Сейчас я минуточку вам. Вот, Дема. Один в один. Давай, второй один, выходим. Дмитрий Николаевич, почему вы сегодня не на льду? А потому что Федор забрал у меня мое место. Вот. В составе. В составе, да. И коньки. Оказалось, что он хочет поиграть в хоккей, вот, а не должен был. Ага. Поэтому вот я без коньков. А вы вообще умеете кататься? Ну, кататься, да. Играть в хоккей. Кроме Феди, кто тебя сегодня воодушевляет на хоккейном льду? Ну, Федя молодец, первый раз на коньки стал, что-то пытается отбивать там даже, прыгает. А вот эта вот необычная поза в воротах, это ему кто подсказал? Ну, это он решил сам, что на коньках неуверенно стоит, сказал, я на коленях буду. На коленях у него чуть лучше получается, так что пока на коленях действует, надеюсь, на следующей неделе уже будет на коньках стоять. Кто самый результативный игрок в вашей команде? А у нас все, у нас вот мы сколько, 4 или 5 шайб забросили, все, наверное, по одной. Мы как бы так не жадничаем, стараемся, кто не забрасывал, того выводить на бросок. А вот эта вот хитрая тактика Алексея Гавриловича уходить в одно в индивидуальное нападение. Это от тебя? Нет, это называется как бы в отрыве нападающий стоит, но это больше от него исходит, так как если он вернется назад, он уже потом вперед не успеет. Потому что ну, по темпу не догонит. Он сегодня самый старый на льду, давай. А так он там стоит, и он одну, я говорю, одну уже закинул шайбы, так что пока молодец. Какой счет вообще сейчас? Мы, наверное, один проигрываем. Одну шайбу горим. Сейчас еще догоним, еще 3 серии. Был такой спортсмен Всеволод Бобров, который умел играть и в хоккей, и в футбол. Никита Демченко соответствует данному уровню на сегодняшний день? Ну да, надеюсь. Ну, я бы даже Андрюху Рылыча выделил. Очень хорошо играет. Из нашей команды, из полевых, номер один. Безусловно, Андрюха, вот и хоккей, и футбол. Это его. Выходи, все, давай, на замену его. Все, с кем мы общались, говорят, что ты сегодня лучше на льду. Опровергай, доказывай. Да не лучше. Я думаю, просто чуть получше катаюсь на коньках, потому что с самого детства ходил на каток, играл за район на золотой шайбе. Поэтому для меня это привычно, но ничего нового. Не искал бы, что я как-то играю там прям лучше. Почему в итоге выбрал футбол? Да хоккей это так, чисто вот как. На души? Да, просто там на коньках покататься, просто чтобы уметь. А футбол, он в сердце. В хоккее за кем следишь? За какой хоккейной командой? Да. Ну, за Вашингтоном слежу. Так, периодически. Игры не смотрю особо, потому что там часовой пояс, они играют всегда ночью. Так, считай, чисто смотрю. А в КХЛ бывает там на Минское «Динамо» приду, там посмотреть игру. Ну и все, так больше особо так не. Так больше хоккей тебя не интересует? Нет, так особо нет. Кто сегодня выделяется, ну кроме Алексея Гавриловича, так героического стоящего все время за синей линией? Ну да, Алексей на пятаке неплохо работает, конечно, там с Володей Хвощинским в паре. Никита Демченко. Пока больше работает на вас, если честно, чем на свою команду. Ну да, ну ничего, нам тоже такие игроки нужны в нашей команде, как Никита. Поэтому, а так, не знаю, да все молодцы, все стараются. Особенно этот парень в белой шапочке. Да, вот он прям молодец. Вообще молодец. 3 тренировки на льду или 2 тренировки беговые? Хороший вопрос. Ну, наверное, ничего, да? Выберу на льду все-таки. Ненавидят они все, да? Ну беги. На льду. Хотели поздравить с победой вас сегодня, но чуть-чуть не получилось в конце. Да. Комментируй.
упорная борьба была, в одну шайбу проиграли в конце. Ну, интересно, поиграли. Нечестно проиграли они сюда. Они? Да. Да нет, ну честно, у нас просто вратарь Тёма чуть-чуть только в третьей серии начал. Вспомнил, что он вратарь начал отбивать. А так, ну, в принципе, интересная игра была. Судя по тому, как ты уверенно держишься за меня и стоишь, тебе сегодня очень понравилось на льду. Ну, классно, да. Я последний раз лет 12, наверное, катался на коньках назад. Ну, с большего. А вот эта вот хитрая тактика в индивидуальное нападение, это тебе кто сегодня подсказал? Да сам там, как еще по-другому. Главное было поменьше упасть, но это не получилось. Раз 20 точно упал, ну, ничего. Почему ты решил, что ты сегодня нападающий, а не защитник? Ну, не знаю. Решил, что уже если здесь, то уже нигде, да? Ну, все равно играю, катаюсь я плохо, поэтому уже лучше я буду в нападении стоять. Там хоть какой-никакой момент же гол забил сегодня и пас отдал один голевой, поэтому не зря приехал. Так больше, чем Вова Хвощинский? А, я не знаю. Вот я Вове, кстати, один отдал голевой. А не знаю, Вова, наверное, может, побольше забил, наверное, 2 или 3 забил. Тебе вопросов нет. Кто сегодня худший был на поле? Худший? Не знаю, ну по статистике точно не я, а по катанию, может быть, я... по статистике там есть один с отрицательным балансом. Да, по катанию, ну, наверное, я в топ-2 вошел худших. Не знаю, еще хуже кто-то был или нет. Пойдешь на хоккей еще? Ну, конечно, да. А ты, в принципе, на него ходишь, мы тебя там замечали периодически. На хоккей на Мискарена? Ну, давно не было, надо сходить как-нибудь. Какой твой вид спорта любимый? Кроме футбола? И кроме художественной гимнастики. Ну, хоккей очень нравится, хоккей, наверное, на втором месте будет. Чего ж тогда так плохо катаешь? Не, ну, катаюсь, потому что мало практики. Если почаще ходил, было бы лучше. А так, ну, я думаю, раз 5-7 сходить, и будет получше уже катание. После матча комментарий Федора Лопоухова. Федя, твой первый выход на лед на коньках. Слушайте, ну, хочу сказать то, что это была хорошая игра. Мы выиграли по итогу в одну шайбу. Спасали, нормально все было. Мне понравилось, на самом деле. Ну, я так не сильно катался. Я чисто стоял в рамке, там на коленях ползал. Так, потом чисто в паузе выкатался. Нормально, на самом деле, мне кажется, не сильно тяжело. Я такой уже более-менее типа стою. Мне кажется, вот это вот с хоккеем, это вот тяжело будет. Я не могу не спросить, удобно стоять на коленях на льду? Удобно, но именно больновато. Я попросил Саню, он принесет потом на коленники, будет вообще нормально. Буду еще больше спасать. Будешь в футболе так делать? Не, в футболе так не прокатит, мне кажется. На колени. Я еще так клюшку кладу нормально на пол и уже руками отбиваю. Но сколько сегодня потащил? Ой, не знаю, мне кажется, много там. За десятку перевалило. Кто сегодня был самый неотразимый на льду, кроме тебя? Самый неотразимый на льду. Из нашей команды могу выделить Андрея Рылыча, Дима Нижний хорошо, Саня Михаленко хорошо, Шима тоже помогал. Ну, у нас, короче, вот большинство хороших там. А у них в команде хорошо Дема катается, Саня вот хорошо катается очень. И кто там еще? Свира хорошо. Ну и хвач там, зверь там, ну, это его любимое. Забил тебе? Хвач, да, забросил мне верхом. Даже, может, не одну, не знаю. Главное, что мы выиграли, все. Сколько там хвач забил, даже неинтересно. А Леша Гаврилович? Леха тоже, я Леху сегодня вообще, я не дал ему забить, он мне бросал раз 5, наверное, он мне одну забросил только. Там хорошо забросили, нехорошо разыграли. Хорошо, надо потренироваться еще, слабоват пока. Вообще, любишь ты хоккей, вот нравится тебе ноги? Честно, это вообще не нравилось. Вот мы вчера смотрели обзоры, мне так это вообще не нравилось. Но так, если покататься, там скорости хорошие, нормально, прикольно на самом деле. Только шайбу сегодня в лицо получила, так нормально. Лучший игрок матча сегодня ты или кто-то другой? Давайте я скажу, Паша будет. А Топенок лучше сегодня. А Петенок лучше? Ой, а Петенок, да. Топенок, я его передам обязательно. Вырежете. Он лучше, забросил шайбу. Павел Петенок сегодня лучший игрок матча. Да. Что ты ему за это подаришь? За это уверенность. Может, сникерс? Буду поддерживать его. Нельзя сладкое.